Чувашии выпустили экологическую энциклопедию. Книга об особо охраняемых природных территориях региона и состоянии источниках загрязнения окружающей среды издана Чувашским книжным издательством. Составителей консультировал ученый и путешественник Николай Дроздов. Он приехал и на презентацию издания. Белуга – редкая рыба семейства осетровых. До строительства плотин на Волге белуга встречалась в районе Чебоксар. Последний раз ее видели в 2001 году. Вот один из сотни любопытных фактов из экологической энциклопедии Чувашской республики. Составитель книги – кандидат географических наук Федор Корягин. Ну, с чего началось у меня это? Однажды на экскурсии по городу, на площади Ленина, мои студенты удивились биоразнообразию вот этого сквера. И задают вопрос, кто же это создал? Я слыхал, кто какой-то неординарный человек это создал. Теперь в этой книге о нем есть. Имя любителя-озеленителя, благодаря которому появилось одно из самых красивых мест столицы, Федор Корягин называть не стал. Все на страницах книги. Вместе с подробной информацией о состоянии экологии в республике, особо охраняемых территориях, источниках загрязнения окружающей среды, исследователях и защитниках природы. Если мы не будем заботиться сегодня о природе, о фармуране, экологической культуре, экологическое воспитание и образование подрастающего поколения, мы можем потерять очень многое и оказаться в тяжелейшем положении. Конечно, за информацией сейчас чаще обращаются в Google, нежели в словарь или энциклопедию. Однако в книге специалисты собрали и систематизировали данные, которых в интернете просто нет, отметил научный консультант, академик Российской академии естественных наук Николай Дроздов. Наука такая, экология междисциплинарная, эта энциклопедия нужна и юристам, и химикам, и биологам, и промышленникам, и всем она нужна. Все будут читать, каждый будет свое находить, чему учиться. Еще одна презентация для всех желающих запланирована на 14 марта. Она пройдет в Национальной библиотеке Республики.